Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Привет, мои дорогие друзья, с вами Лихо 909, и сегодня мы поиграем в игру под названием «Привет, гость». В принципе, игра про соседа, Hello Guest. Но, в принципе, я не знаю пока что здесь делать. Я впервые захожу в эту игру, поэтому давайте New Game. Так, за кого сыграть? За мужика или за девку? Ну, давайте за мужика. Что? А, типа выбрать. А, ну да, мужик. Так, загружается. Опа-на. Так, едем, ага, понятно, и приезжаем сюда. Послали, слышим ворону, видим указатель, показывает на другой указатель. Так, дверь закрыта. Ага, он посмотрел какую-то бумагу. Ага, книжка упала. Он такой неважный. Очки протёр. Упс, и все. Что это у меня в руках? А, это так, то есть минутку. Точка это там, вот там, где я начал, да? Ого, я могу вернуться обратно сейчас. Так вот, получается, точка оттуда, откуда я начал, получается, а крестик туда, куда мне надо, окей. Ну. Да, это реально похоже на «Привет, соседу». Машины тут какие-то раздолбанные. Так, я так понимаю, мне сюда надо, да? Ага, вот так вот идем. Кстати, вот есть еще игра... Здорово. Есть еще игра «Привет, сосед 2», мы в нее сыграем когда-нибудь. Ну, сейчас мы поиграем в Hello Guest. Кстати, я вот еще думаю записать ностальгичное видео. Господи, я забыл, как это слово. Короче, вы поняли. Там по старым играм, к примеру, FNAF 1. Ну, вот что-то типа этого. Так, куда мне вообще надо, а? О, вот, табличка. Ну, опять эта дорожка, я что-то не понял немного. А, вот. Security SOP. А, задание. Начай прибыть на смену. И что еще сделать? Чекни. Короче, какой-то аттракцион чекни. Так, что в шкафчике? В шкафчике у меня ничего. Кстати, это что? О, это фонарик. Неплохо, неплохо. Так, с фонариком мне нужен будет. В холодильнике у нас ничего. Так, у нас есть огнетушитель. Кстати, я возьму его на всякий случай. А вот как, типа, это... В инвентарь заходить. Как я могу менять там... О, я приседать умею, прикольно. Ага, на тап, я понял. Ага. Чувак, ты дурачок. Вот
разрушается статуя этого ворона-соседа и молния. Как я вообще через эти руки приблизила? Что за магия, блин? Или это был баг, то что этот бинокль не был виден? Что? Короче, я понял, мне надо этих отгонять. Фонарик хорошо освещает, это лучше, правда. Давай. А ну пошел отсюда. Ну, пока что я не вижу такого геймплея. Ну, я вижу здесь геймплей, но пока что не такой интересный. Но это-то и понятно, это всего лишь альфа. Пока что. Пошел вон. Такс. Дурачок что-то уже бьет. А, так, ладно, это сосед. Все, я всех атакую. Вот это вот что, а? Я вот сейчас попробую взять огнетушитель. То есть это должно быть так, да? Ну окей. Ага. Смотри, уже начали бить что-то. Ой. Вон пошел. Тут и так все раздоблено. Зачем вы тут все вот это вот да? Зачем вот вы все вот это вот да, а? Вот зачем? Давай. Пошли вон. Ну, нормально. Мне нравится. Опа, она здесь. А, нет, здесь не... Кто бьет? Да господи, да что тебе разворачивают так? Где-то бьёшь. Короче, я понял, эти вот хулиганы, они, короче, красным прикидываются. Давай! Давай! Ничего не бьет.
вот это вот, кстати, закрыто. Меня наняли на охрану. Не, ну подождите, как бы не дали ключи, а я охранник. Ага, понятно. Пошел вон. Бывай. А чё вы красным не подсвечиваете? Бывай. 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 Опять что-то не так с ним. Уже, кстати, рассвет наступает, по-моему. Бывай. Не, ну пока что. Здесь ничего такого не происходит нового. И я так и не понял, для чего мне огнетушитель. Здесь гореть что-то будет или... Давай! Ой, боже мой, так сладно. Давайте, брысь отсюда. И чё, я вот так вот всю игру должен? О, кстати, я на гараж залез. Ну-ка, может... Может, если я по гаражам, то прыгать смогу, перепрыгнуть. Что... О! Ага, по времени уже все. Рычаг без текстуры. Так, выключаем свет security. И, я так понимаю, идем домой. Ага. Зарплата. Ну типа зарплата. Урон от этих хулиганов минус 18. Ну то есть я понял. Я могу идти в следующее это. Следующая работа или идти в шоп. Ну давайте пойдем в шоп. Так. Так, огнетушитель мне пока что не нужен. У меня есть свой. Чувак. Ты чё, ты тоже ворона, что ли? Ага, фонарик. Давай. Но у меня есть это... 600 минус 18 денег. Еще вот что-то, провода какие-то. Аккумулятор, о господи. Здесь у нас ничего. Это что? А, это нельзя купить, окей. Серьезно? Окей, 240 уже это все стоит. О, и камеру можно взять, кстати. Все. А, у меня... Мне пишет, сколько у меня... У меня 1000 с чем-то было. Ничего себе. Ладно, я возьму 3 камеры. И думаю, на этом хватит. Так, я так понимаю, мне надо выходить из магазина, типа я все купил. Да. Так, получается, положим сюда канистры, пока что, которые я не знаю, для чего мне нужны. Так вот. Так, получается, тап, берем фонарик. Потяни, поставим камеры. Правда, у меня вопрос, как я буду наблюдать за этими камерами. Интересно, мне нравится. Опа-на. Так, с одну поставил. Уже что-то будет. Да пошли вон. Давай.
каких-то пор ты начал меня ловить, а? Засранец, а? Поставим еще сюда камеру. Надо это закрыть. Так, куда еще можно поставить? Еще можно вот сюда вот поставить. Так, сейчас. Вот, последнюю камеру можно сюда вот. Мне нельзя. О, вот, вот так вот. В принципе, нормально. Теперь, как я буду следить за этими камерами? Давай я вот тебя поставлю. Пошел вон отсюда. Давайте я лучше поставлю эту камеру куда-нибудь. Куда-нибудь сюда, почему бы и нет. Так, на решетку нельзя. Зараза, а нельзя поставить её. Во. Не-не-не, не так надо. Немного повыше. Вот, нормас. Так, кто там что бьет? Теперь я понял. Что это? Почему я валяюсь на полу? У меня рука болит? Отлично, блин. Опять плюс 600, но минус 121. Всего у меня 479. Ну давайте пошли в 100. Так. Опа-на, веревка. Здесь еще новые штуки появляются. Вау. Я правда не понимаю, для чего эти. Так, там наверху огнетушители, окей. Это что? Ага, это еда. Я понимаю, оно восстанавливает хп какие-то. Вот, походу, и с помощью чего я смогу следить за камерами, я так понимаю. Давайте возьмем еще две камеры. Хотя, не-не-не. Давайте возьмем одну камеру еще. О, вас тут уже двое. С батарейки какие-то. А я так понимаю, это для фонарика, да? Давайте возьмем две батарейки, они, три даже, они все равно 35 стоят. Все, пошли. Пошли на работу. Магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Так, возьмем еще это и это. Ну, и одну батарейку возьмем еще. Почему бы нет? Закрой. Так. Я понял. Опа-на, а вот я. Здорово. Ой, не, а как выйти из камеры? Понятно. Может, со мной погонится. Давай. Этот ворон до сих пор за мной гонится. Такс. Ага, да, вижу. Эх, очень.
Да это ж не должно быть так, а? Сейчас вот эта вот штука поддажется. Ого, она на 360 поворачивается. По-моему, одна камера у нас не работает. Либо я ее просто говняно поставил. Закрой ты это нормально. Спасибо. Кстати, я же могу... Не, ну ты зараза. Я тут его этот... Я его сарай тут тушу, а он меня ловит. Ну прикольно. Плюс 600, минус 144, всего 456 я заработал. Прикольно. Go to shop. Звук был, как будто он меня словил. Давайте... Чё купим? С камерами хватит, с камерами да, хватит. А это что? Нет ключа. Интересно, что это такое, ладно. Я понял, это, кажись, ключ от тех ворот, которые закрыты, да? Я уверен, это от них. Наверное. Ага. Так, на упаковке хотя бы написано, что это, а? Нет. А я не понял, что написано здесь. Так, а вот это вот для чего, а? Вот эти вот коробки. Вас уже трое, наверное, должно быть, да? Нет, вас до сих пор двое. Так, окей, ну... Провода есть, значит, они точно для чего-то нужны. Провести что-нибудь. Да, здесь веревки. Давайте попробуем веревку взять. И как раз ее и проверим. Короче, ребят, мы эту веревку проверим в следующей серии. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, чтобы видеть уведомления о новых видео. Ну, с вами был Кирилл Хотеть, это была игра «Привет, гость». Всем спасибо за просмотр, всем пока.